сейчас рубрика «Развлечения СВОшников». В Казани пьяный рашист в военной форме предложил ребенку развлечься и выдернуть чеку из гранаты, дабы бросить ее в кусты. Решил, так сказать, блеснуть знаниями. Тут без комментариев. Аня, все, порвем? Давай. Не надо. Нет, мы туда в кусты кинем. Она звукошумовая. Будет громко, сигнализация. Так кидаем или нет? Нет. Да? Нет, не надо. Дергай. Кидай, не кидай. Сейчас я уши тебе разорву там. Я туда. Иди выдергивай. Значит. Ну выдерни, а я брошу. Выдергивай только что. Там выдергивай. Иди там, бабуля. Ты че, блядь? Оглушил всех во дворе и просто извинился. Но почему-то женщина, истинная патриотка, поддерживающая войну, не одобрила это. Странно, это же военный герой. Россияне, а ведь путинская война рано или поздно закончится. И тогда на улице таких синяков с гранатами станет еще больше.